Самое интересное про породу йоркширский терьер меньше, чем за минуту. Йоркширский терьер – это длинношерстная порода и не имеет подшерстка. Это значит, что они практически не линяют. Их шерсть похожа на волосы человека в том, что она постоянно растет и редко выпадает, только при расчесывании. Но зато их нужно примерно раз в 2 месяца вводить грумеру на стрижку. Благодаря структуре своей шерсти йорки реже вызывают аллергии у людей. Несмотря на то, что это терьер, йорки относятся к собакам-компаньону. По шкале интеллекта собак Стэнли Корона они занимают 23 место из 100. В целом, порода собак поддается дрессировке, но не стоит забывать, что она не овчарка, поэтому сил на воспитание потребуется больше. Из-за маленького размера собаку часто берут как квартирную, лишая ее двухразовых прогулок и приучая к лотку. Однако так делать категорически нельзя. Эта собака и из-за недостатка новых запахов, впечатлений, режима исправления нужды, она становится агрессивной, несоциализированной и может быть нечистоплотной в доме. А вы бы хотели себе йоркширского терьера? Пишите в комментариях.